как и все первые игры, этот матч был очень сложным. Он был сложным в первую очередь, потому что у нас все-таки был очень и очень маленький интервал между Суперкубком, тем более, что мы 120 минут играли. Но первый тайм был, мягко говоря, не очень хорош с нашей стороны. То второй тайм, игроки молодцы, они и много атаковали, и были достаточно хорошие моменты. Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. Вот я уже с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы, когда Эдер забивали, судья на секунду отвлекся бы и как раз засчитал бы гол. Может быть, и было бы два очка. Это же помощь судье. Помощь. Почему-то у нас это не происходит. Вот конкретный факт. Ведь гол же был чистый забит. Ну, а остальное, я думаю, что мы на правильном пути. Игроки молодцы. Проявили характер, волевые усилия. Тем более мы ни разу даже не смогли выйти на синтетику. Практически после Суперкубка, которые нам нужно было приехать, выспаться и опять ехать в Уфу. Так что все нормально. Понимаю, ребята, молодцы. Если он будет лучше играть, чем на этих позициях игроки у нас есть, конечно, он сыграет. Не будет, значит, не сыграет. Вот и все. Простая ситуация. Будет пользу оказывать, на что я надеюсь, и он должен оказывать. Он игрок с большой квалификацией. А когда ждать? В ближайших играх. Хоть он и не забил этот хороший момент, но играл очень сильно, достойно. Тренировался он очень мало. Он провел буквально 5 тренировочных дней. Но есть еще в команде одни игроки прошли весь цикл подготовительный, другие провели очень мало тренировок. Поэтому все-таки разница в функциональном состоянии, она есть. Надеемся, в ближайшее время все-таки мы подравняемся. Но это же было решение исполкома не только по одному Кверквеле, а по всем игрокам. И, наверное, правильно, сезон закончился, все осталось в прошлом сезоне. Зачем что-то переносить на следующий? Это же решение не по одному Кверквеле, а по всем. У него, кстати, было две желтые карточки. У него же не было ни за какое-то поведение хулиганское или там еще что-то. У него были просто две желтые карточки. Я не знаю, как у других. Других же тоже простили. Если бы вы сказали, что одного Кверквеле, это одна ситуация. А Суперкубок? Что Суперкубок? Ну, Суперкубок – это отдельное соревнование. Вы меня же спрашиваете про регламент. Вы задаете этот вопрос исполкому Федерации, который утверждает, я при чем.